Ну что ж, мы начинаем перестрелочку в тени Орла. Так, посмотрим, кто у нас тут. Так, нужно схватить помощнее оружие какое-нибудь. Нет, тут в сортире был тяжелый пулемет, вот до него надо добраться, да. Оп. Ай-яй-яй. Отлично. Тяжелый пулемет. Нет модификации, но все равно. Блин. Ничего себе. Вау, вот это было супер. Это называется меткость. Блин. Отлично, я отомстил. Так, надо забраться наверх к этому говнюку, которого уже нету в живых. Ну что, оружие забрал? Вот нехороший какой. Вау-вау, кто это такой? Неужели ты по башке мне метишь? Чё, смотреть не умеешь, что я каску таскаю? Так, отлично. Так, ладно. Пытаемся следующее оружие, которого нету, как всегда. Поэтому мы идем вот сюда. И прям оружие здесь. Вау-вау-вау, ты меня напугал. И ты меня напугал. Так, нужно добежать до сортира. Опять взять какое-нибудь покруче оружие. Тяжелый пулемет, обожаю. Гранаток бы еще понахватать, чтобы, если что, заставить врага врасплох. Отлично. Что, помповый дробовик, что ли? Блин, чё за лажа такая? Он всегда меня с этого, с приклада выносит. Хотя бы разок. Отлично, потрачен. Так, ты что там прятаешься, а? Выходи под эту трость. Эй! Я его хотел потратить. Ну вот, взяли и не дали мне потратить никого. А, ты отомстил за меня? Отлично. Вау-вау-вау. Ух, как я испугался-то, а. Оп. Оп. Раз. Два. Три. Троица сразу готова. Где ты их? Высоколевельный типов. И фиг ли ты так далеко бежишь там? Так.
вот этого надо тратить. Ты чё? Отлично. О, у меня микро ПП еще куча патронтажа. Два кила и мы выиграли. Че? Кто там бомбу швыряет опять, а? Огонь! Отлично, кто-то там совершил победное убийство. Но мы все-таки победили, да. Это был непонятный матч какой-то.